Улица Весенняя. Двухэтажные дома выглядывают через распустившуюся черемуху, благоухающую на всю округу. Ранняя весна наполнила эту приятную улочку радостными оттенками зеленого и цветущими деревьями. А рабочие нефтеперерабатывающей компании приступили к традиционной уборке. С 1 апреля в городе Рязани проводится месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Все мы, жители города, хотим жить в чистом, благоустроенном городе. Участие нефтяников в благоустройстве за многие годы прочно вошло в жизнь улицы Весенней. К делу заводчане подходят на совесть, убирают всегда чисто. Ежедневно наводить чистоту выходят 25 человек. В арсенале нефтяников 5 единиц заводской спецтехники. Трактор, щетка, поливомоечная машина, самосвал и погрузчики. Ежедневно с улицы протяженностью 2 километра вывозят порядка 20-30 тонн мусора. Уже даже затрудняюсь сказать, сколько лет, но, наверное, больше 15 лет. Улица Весенняя, Весенний и в Осенний месячник проводится уборка, убираются старые ветки, вывозятся листва и другой случайный мусор. Привлекаются как сотрудники предприятия, так и техника. Большое спасибо за такой социально ответственный подход сотрудникам нефтеперерабатывающей компании и их руководителю. Силами нефтяников от зимней грязи очищают транспортную и пешеходную дороги, бордюры, обрезают деревья и кустарники, с обочины газонов вывозят бытовой мусор. Уборка Весенней продлится до конца недели. И это лишь одно в череде социально значимых мероприятий компании. В вопросах охраны окружающей среды рязанская нефтеперерабатывающая компания реализует целый комплекс эко-мероприятий.